Товарищ артиллерист, привал окончен. Приготовиться к бою. Залп по орудиям противника. ЗУ-57, подкатываемся ближе. Отлично. Где мои БТРы? БТРы сюда. Что 52-я. Продолжаем уничтожать личный состав противника. Не то орудие. Корректируйте. Залп. Молодцы. Так. Товарищ офицер, просматриваем более внимательно. Окоп, хорошо. 152-й БТР, движемся. Сюда посмотрим, достаем ли мы отсюда. 57-я. Справа БТРы ближе. Отлично, достаешь. Ближе. Хорошо. 57-я, попробуем объехать вместе с БТРом 60-м с западного фланга. Пересечь окопы противника. Ждем приказа. Рядом. Ага, видно зенитное орудие противника. Уничтожить. Хорошо. 52-й ближе. Значит, а взводу пехоты. Выдвигаемся, блин, твою мать. Медики нужны. Медики сюда. Могу, товарищ офицер, занять ближайший окоп противника. 52-й, стоим. Товарищ офицер, стоп. Просматриваем. Позиции. Двигаемся дальше к окопу. Короче, пехотинцы, бегом марш, занять окоп. Могу действовать. Давай вот этот окоп занимаем. Так, 60-й БТР, покинуть зону обстрела. ЗУ-57 точно так же. Могу действовать. Товарищ офицер, просматриваем. Точно так. Оба, обнаружена пехота. Наступаем. Противника. Давай-ка покинь зону обстрела. БТР 152 ближе. Вместе, работаем. Так точно. А, медбригада. Слушай. Давайте окажите точим бойцам нужную помощь. 57-я, смещаемся, 152-й ближе. Точно так. Здесь. Товарищ офицер, займите второй окоп. Могу действовать. Отлично, просматриваем здесь. Выступаем. Слушаюсь. Есть еще позиции противника? Не вижу. Так. Так, ну что, смещаемся, уничтожаем центральную позицию. Где товарищ офицер? Твою мать, уже здесь обстреливают. Откуда обстреливают? Я не вижу, откуда обстрел идет. БТР, двигаемся. Уничтожаем. Отлично, хорошо идет. Я не вижу, откуда артиллерия не показывается. Непонятно. Что, невозможно вычислить? Твою мать, орудие противника. Залп по орудию. Точнее.
противника уничтожили. Ну хорошо, хорошо. Вся пехота покинула позиции. Отлично. Одним выстрелом их и перебили. БТР-60, двигаемся вперед. Так, вижу артиллерию противника мобильную. Вырубить 152. Еще одно орудие противника. Твою мать. Давай сюда. 52, залп вот сюда. То есть у меня еще БТРы. Да, есть. Давай двигаем. Хотя подставить. 52 мне нужен. 52-й, давай-ка на этот самый. На западный фланг. Пехота ближе. Занять ближайший окоп. Это 60-й. Давай-ка сюда ближе. Оставить стрельбу. Пехота вперед. Хотя подожди, отставить. Товарищ офицер, покинуть свою позицию. Выступаем. Просматриваем, что у противника точно есть. Так. Вроде ничего. Давайте займем окоп противника, значит. Просматриваем с этой позиции. Вот такой противника, хорошо. А где мой БТР 152? Давай-ка сюда. Даешь? Так точно. Уничтожить пехоту противника. Где у меня, ага, да, снабженцы перезарядить 152? Начинаем движение. Артиллерия не бьет, не бьет. Есть. Нет, еще нет. Еще мы шваих до сих пор не взяли. Выступаем. А ну-ка давай. Выступаем. Иди сюда. Ближе, ближе, ближе. Идем вперед. Ага. Орудие противника вижу. Из. Уничтожить орудие противника. Даешь? Молодцы, окопались. Готов. Офицер. Достроили. Выступаем. Опа. Ты смотри, что немецкие недобитки. Вместе. Марш. Хорошо, выдвигаемся. Точно вперед. Так. Значит, здесь. Первый взвод. Давайте-ка покидаем окоп, занимаем здесь позицию противника. К бою готов. Уничтожить немецкие недобитки. Живей, живей, Ис. Посмотрим, точно, что нам панцер четвертый сможет сделать. Так точно. Экипажи ИСУ-152 и ЗСУ-57-2 представляю к награде. Вольно разойтись. Товарищи офицеры, присаживаемся. Значит, это боевая ситуация несколько устарела. Сейчас адъютанты проведут перестановку, и мы сможем увидеть более современную ситуацию на стратегической карте с учетом тех донесений, которые поступили по радиограммам. Как видите, Молдавский фронт успешно справился с поставленной задачей. Они взяли заводы, и теперь им необходимо выдвигаться на склады ГСМ. Тем временем украинцы успешно или не очень успешно, но разбили большинство группировок противника, и осталась фактически только одна, которая рвется в тылы. Необходимо ее тоже разбить, и тогда можно будет выдвигаться вперед.
Значит, тяжелый танк из ремонт на украинский фронт. Давайте встречать вот этих ребят и уничтожать. Ну что ж, наш фронт не встретил серьезного сопротивления. И выдвигаемся на Лиль. Давайте, товарищи адъютанты, покажите текущую боевую обстановку. Значит, молдавский фронт может двигаться уже к складам ГСМ. Украинский фронт. Выдвигайтесь на Люксембург. Сможете взять аэродром или нет? Давайте. Товарищи бойцы, равняясь смирно. Сегодня перед вами стоит боевая задача, которую вы ранее не решали. Захватить аэродром НАТО с несколькими самолетами, находящимся на этом аэродроме. Взлететь они не могут, поскольку их тут же встретит экипаж ЗУ-57. Товарищи диверсанты, так, стоп, отставить. Инженеры, отремонтируйте мне, пожалуйста, ИС. Чепехотинцы, СУ-152, проедемся по берегу. Посмотрим, что у нас с противоположной стороны. Понятно, заборы, ничего толком не видно. Так, у нас есть товарищи диверсанты. Двигаемся вперед к дороге, к 57-й. Что у нас есть? ИС тоже к 57-й выдвигаемся. ИСУ в том же направлении. Так. Всей пехоте погрузиться на БТРы. Сейчас будем выдвигаться. Кроме первого взвода. Вернее, шестого взвода. Шестой взвод пусть здесь находится. Так, вот БТРы все вперед. Товарищи диверсанты, просматриваем местность. Ага. Вот БТРы противника. 152-й, давай-ка вот сюда подъезжаем. ИС тоже давай-ка. Стоп. Это, товарищи пехотинцы. Ага, видим позицию противника. ИС, давай-ка живую изгородь уничтожим. Отставить, окопаться. 57-я, подкатываемся. БТРы ближе. Значит, здесь у нас никого нету. Ближайшие противники около этого дома. Давай-ка пехота сюда. Стоп, слушай. Смотрим. Все, залегли. 57-я рядом. Точно так. Могу действовать. Двигаемся. Ну-ка, ближе, ближе, слушаюсь. Ближе подползаем. Отставить подъем. Слушаюсь. Выдвигаемся сюда. Сейчас вот здесь окопаемся. Наступаем. И будем осматривать позиции. Твою мать. 152-й уничтожить. Стоим. Тормози работать. Могу действовать. Медики. Да, автобан. Живо выехать, помочь кому слушаюсь. Можно. Могу действовать. Вообще, диверсанты ближе. Слушаюсь. Ближе как опа. 57-я, давай-ка сюда. Даешь. Укрепиться. ИС. Давай-ка вот это дерево. Снести. Так точно. Все, укрепляемся. Вперед! Строительство завершено. Товарищи диверсанты. Идем вперед. О, хорошо, хорошо, работаем. Все, 152 стоим. Жду приказа. Двигаемся. Ага, вижу впереди еще здание с противником. Блин, это как в Берлине. Только это Люксембург.
Сложить, сложить здание. 57-е. Все диверсанты. Так, мне нужен еще БТР с пехоты. ИС. Давай-ка уничтожим живую изгородь. С пехотинцы выйти. Двигаемся вдоль улиц. БТР 60-й. Давай-ка вот заезжаем с западного фланга. Просматриваем. Выступаем. Чуть не особо видно, да. Ближе, ближе, ближе двигаемся. Есть. Выступаем. Пока ничего не видно, да. Идем приказа. Это 60-й дальше. Точно так. Так, в этом здании никого, да? Есть. Ну-ка попробуем проехать за живую изгородь. Так. Уходим, уходим, уходим. Давай, живей, живей, живей. Все, стоим здесь. 152-й, подъезжаем ближе. 60-й назад, твою мать. Держим позицию здесь. Все или еще не все? Окапываемся. 152 ближе. Подъехали, закрепились. Пехота ближе. Где диверсанты? Все диверсанты, давайте тоже подходим. Наступаем. Пехота просматриваем. Мне церковь не нравится, если честно. ИС. Любят войска НАТО. Пехотинцы засаживаться в церкви. Вот у них есть какая-то такая традиция. Не знаю. Связано с капитализмом или с чем-то еще. Уничтожить изгородь. Так точно. Все. Фото просматриваем. Слушаюсь. О! 60-й. Это здание уже все? Под нашим контролем. Отлично. Есть. Заборы мы не можем проехать, да. К маневру готов? Давай-ка, 57-я, попробуй пройти. 57-я, положить людей в церковь. Посмотрим, как их поможет их Бог. Слушаюсь. Начинаем ИС. Давай. Стоим. БТР. Точно так. Отлично. Всем помогли. Выступаем. Ну, походу, Бог не очень-то за них. 57-я. Въезжаем в этот двор. Даешь. Так, противника здесь не видно. Давайте-ка ближе к церкви. Закрепиться. 152-й тоже. Давайте в направлении моста приготовиться к отражению атаки, возможно, на мосту. Собственно, или за мостом уже готовы позиции противника. Пехота вперед. Диверсанты рядом. Давайте-ка со стороны церкви. Пехота, подъем. Бегом марш. БТР 60 рядом. Вместе, марш! Точно так. Стоим. Товарищи диверсанты, просматриваем противоположный берег. Идем вперед. Не, просто так это не может быть. Здесь. Пехота есть. Вперед. Идем вперед. Так, давайте еще мне, пожалуйста, взвод пехоты. Начинаем движение. Где наши? Точно так. Выдвигаемся. Начинаем движение. БТР вперед. Так точно. Здесь. Пехота, подъем. Идем вперед. Двигаемся дальше.
Занять ближайшее здание. С припасами противника они нам пригодятся. Товарищи пехотинцы. Копаем окопы. Вот это я люблю, когда выполняют мои приказы без всяких там непонятных отмазок. Просмотреть. Плохо видно. Так, противоположный берег. Ага, вот и окопы противника. Видим. Так, где у нас 152-я? Подъезжаем к берегу. Пехотинцы тоже. Слушай. Двигаемся за 152. Да, автобан. Сюда, ближе к фронту всем. Сделаем. Ждем приказа. БТР-60. Пробуем проскочить на поля к северу. Задача не атаковать, просто проскочить. Вместе! Я понял. Спасибо за разведку. Уничтожить скрытое орудие противника. Хорошо. Теперь вот эту вышку обстреливаем. 152-я. Давай, давай, обстреливаем. Мне нужен еще один БТР-60. Попробуем выполнить ту же боевую задачу, которая не получилась у первого БТРа. Уничтожить пехоту. Залп. Стоп, подставить, двигаемся. 152-я. Подожди, это пехота. Это пехота, все нормально. Просматриваем сюда. К маневру готов. 152-я. Попробуем залп следующая. Вышка. Там тоже, скорее всего, противник. БТР-60 в прорыв. Есть. Проезжаем. Уничтожить диверсантов противника. Так точно. Уничтожить диверсантов противника. Отлично. Двигаемся дальше. Так точно. Ага, вскрыто еще одно орудие противника. Давай-ка вот сюда. Ждем приказа. И супересечь мост. Двигаемся к подбитым БТРам. Так точно. Ждем приказа. 152-я точно так же. Следуем за ИСУ. Так, уничтожить орудие. Давай-ка сюда, 57-я. Добить окопы. Все, укрепиться. 152-й, следуем дальше. 60-й тоже с пехотой. Вперед. Вместе! 152-й развернуться в направлении противника. Огонь. Работаем. Молодцы. Не позволяем взять противнику окопы. Товарищи инженеры. Выдвигаемся, отремонтируем 152 БТР. Вижу. Где диверсанты? Диверсанты, пересекаем мост. Снабженцы, перезарядить, пожалуйста, ИСУ. Медики, двигаемся вперед.
Так, значит, нет, отставить. БТР номер 5. Выдвигаемся к окопам противника. И захватываем в срочном порядке. Отставить стрельбу. Твою мать. ИС. Вырубить зенитное орудие противника. Хорошо, удерживаем позицию. 57-я ближе. 3 диверсанты, слушай. Досмотреть входы на аэродром. Выступаем. ИСУ, уничтожить заборы. Пара выстрелов. Еще одно попадание, и конец. Отставить. Что у нас немного снарядов получается. Продолжаем перезарядку. Слушаюсь. Пехота вперед. Давай, занять вражеские окопы. Слушаюсь.